А 35-й склад где? Спасибо. Так, вот мы зашли вовнутрь и видим, да, баннер. Рыболов, склад номер 35. Ищем. Как можно заметить, здесь тоже можно нормально закупиться. Опа, я уже мимо чуть не пришел. Вот нас уже тут ждут. Владимир. Заходите, пожалуйста. Заходим. Судя по разговору, тоже куда-то собрались на рыбалочку, да? Мы тоже сейчас двинем. На карпа поедете? Да не знаю, думаю, туда на броник можно пускать. Так, что вы здесь давно? Уже здесь 4-й месяц. Да, ну все еще пока вот ремонт потихонечку, да, делают. Немножко не доделали, в принципе. Да. Как бы все самое необходимое есть, как бы и больше. Цены адекватные. Цены адекватные, плюс. Плюс скидка. Подписчикам канала предъявляйте. Да, 7%. Вот 7%, пожалуйста, кто рядышком. А то и 10. А то и 10. Чем удобно? Здесь можно все закупить, заехать на машине. И продукты, и на рыбалку. Часть, время работы с 10 до 6. С 10 утра до 6 вечера, а без выходных. Поддерживаем ребят, заходим, закупаемся, получаем скидки и радуемся жизни. Все есть, мало чего нету, в общем. Мало чего нету. Ну и плюс сейчас сезон зимний на подходе, сейчас парни тоже будут. Ну давайте с сентября месяца будем уже готовиться к зиме потихоньку. С сентября месяца. Также мотыги, мармаш, живет, все будет наличие вообще. По ценам еще не знаешь, да? Ну, по ценам пока так же, в принципе, как и в том году, как бы работаем там 300 мотыль, скорее всего, будет. Мармаш 200-250, живец дороже 50 тенге, скорее всего. Ну, вы это, сейчас еще рано говорить, потому что не сезон, мало ли что может произойти. Вдруг, я думаю, бензин подорожает. Постараемся, чтобы цены такие были. Или еще что-нибудь. Так, ну все, ребята, давайте, заходите, покупайте. Ждем вас. И ловите, не хвоста, не чешуи. А мы поехали на рыбалку. Едем за Пацаком и за Садком в магазин «Золотой крючок», что на Жануре. Сейчас вам его покажем, расскажем. Что, направо, наверное, идем? Да. Давайте, давайте, ждите. Ждите. Дмитрий Иванович нас ждет на стройке. Поэтому мы с ним стукнемся и оттуда двигаем уже на трассу. Юрий, ты пацак хочешь взять? Со скидочкой? Ну, вот он, точно утопили. А ты, пожалуйста, предъяви подписку канала. Сейчас, все. Есть она у тебя? Слушай, точно утопили, что утопили. Поплыли, приплыли, покидали. Назад приплываем. А где пацак? А где пацак? А нету. А мы его выловили. Хорошая цена у него. О, у тебя разный по размеру, да? Да, есть чуть-чуть поменьше. Да нет, 12 килограмм не поместится. Давай тот бери. Тот бери. Ну да, большая. Хоп, и все, да? Он удобный, слезкий, не путается, нет ничего. Так, что, садок еще надо взять? Надо тряпочный. Посадка.
Вот он. Этот почему? 800 тенге. Вот этот берем тоже. Этот я себе заберу. В нем рыба вообще не дохнет. Не такой же береговой. Да, не с собой. Вот этот свободный? Свободно. Не, берем вот этот. Надо брать, и тот тоже берем. Так, что нам еще надо? Да все, что нам, что нам. Червей, опарыш? Не-не. Груза? Что-то мы на это дело не рассчитывали? Не, мы чисто со спиннинга. Так, мы приехали на стройку первую. Димы нет, и мы решили над ним приколоться. Он тут себе прикупил картошечку, дай его. Мы сейчас ее вытаскиваем. Да, вложим туда какую-нибудь джаймайскую картошечку. Он на рыбалочке открывает. Или сейчас здесь. И да. В панике понимает, что его. Сейчас вот мы поменяем дай его на вот эту дай его. И вот катушка дайва превращается вот в такую вот хренотень. Блин, она сюда еще не залезет, наверное. Все. Так было. Еще так припорошить. И еще один сюрприз. Для Димы. Для Димы. Опа! Оба-на! Святая вода с нами поедет. Но Дима об этом не знает, он узнает об этом. Позже. Позже. Давай показывай. Она у тебя там в сборе с леской, я смотрю. Ну показывай. Ой, бай. Вот так происходит процесс погрузки. С каждым разом все больше и больше залазит. Скоро машина уже фаркопом упираться об землю. Блин, будет. И все надо. Все надо. А ловить будем на одну единственную верту. Как правило. Ну и как же без большого улова, по-любому надо зайти, посаламкаться, посмотреть, что новенького. Юрка себе вон, Антон 33, хочет прикупить. Оставаться на своих местах, это ограбление. Салам. Ничего, пойдет, как у вас тут. Мы едем на рыбалку, снимаем весь движняк. Юра болеет этим Антоном. Ну. А да это? А не, реально рабочий. Ну конечно рабочий. Который ты говоришь прям что-то огонь. Вот это. А что? Вот это, да? Я себе аж в ящик 3 штуки. Сиди себе. Блин. Ты такую покупал, да? Все. Ну типа товара. А это где-то было, знаешь? Черная. И краснеет. Не, я тут покажу, у меня есть похожий формат. Порвать меня. Девочка. Отлично, отлично. Привет, друзья, подписчики канала. Сегодня мы в троечка выехали на реку. Всеми известную Кулан-Утпес. Все-таки мы ее хотим добить. Ты сломал мою речь? Ну, подожди, там он тренируется.
давай встанем, пусть начинает. Мы с тобой здороваемся. Ну, он здоровается. Ты потом про реку скажешь, хорошо? Да, куда потом ты врубишь про реку. Да. Че, как, на солнце будет? Или как? Что вот так? А так. Косую. Так нормально будет по солнцу? Так, потому что я же курюсь же, как тебе, не знаю кто. Оденечки? Давай попробуем. Давай попробуем. Давай, короче, вступление поздороваемся. И все, и нормально. И потом проверим, что будет. Ну, мне же надо поздравить там еще. Давай, давай. Добрый день, дорогие друзья, дорогие подписчики канала. Вот и вот. В этот чудесный день. Давай. Добрый день, дорогие друзья, дорогие подписчики канала. Мы снова рады приветствовать вас на канале 3G Kaiser. И в этот прекрасный пятничный вечер мы решили вырваться на рыбалочку. Да-да. Наконец-таки пятничный именно, а не субботничный. В кои-то веки удалось вырваться именно в пятницу. И что хотелось бы сказать в преддверии нашего профессионального праздника. Хочется поздравить всех строителей Казахстана и всего постсоветского пространства с профессиональным праздником. Пожелать вам и вашим семьям здоровья, счастья и удачи. Поздравляем от души, коллеги. А я присоединяюсь еще, поздравляем Кургальжинский район и сам Кургальжин, да, с праздником, с 90-летием образования Кургальжинского района. Так что сегодня у нас два праздника, можно сказать. Поехали дальше или что, или может Юра что скажет? Поздно уже. Ну как-то вот так мы с вами поздоровались. Сейчас мы находимся на озере Шелкар. Как вы можете видеть. Нет, хотел я тоже поздравить всех коллег, рыбаков с наступающим жором, с наступающим осенним жором хищника. Вот. Да, и мы надеемся, что сегодня он как раз наступил уже, как обычно. Ладно, что, поехали, да? Сейчас мы приезжаем, сейчас уже время вечернее. Приедем мы уже, наверное, ближе к темну. Там посмотрим, включимся. Базаржок. Надеюсь, не обойдемся мы от этого арбуза. Дмитрий говорит, нормально все будет. День строителя совпал с грандиозным праздником Рио де Кургальжинейровским карнавалом. Так, вот мы переезжаем реку Кулан-Утпес по одному из бродов. Все накатывают. Движемся дальше. Вот ехали, раз и увидели, вот он красавец. Что-то говорит. Мы добрались до места, почти туда, куда хотели. Ну, километров 30 не доехали. Но мы почти в заповеднике. Вот, ребята, такой вот пятак, такой закат. Сейчас мы раскладываем лодку, лодки, палатки, все, кушаем, ложимся спать утром. Оу, ну мы еще включимся, когда будем синие, поугараем с вами. Воу-воу. Время 10 часов, уже палаточку установили, если вам видно. Так, палатка есть, машина стоит, ямка под костер вырыта. Так, Юрка там варганит уже что-то. Да уже зажег его. Ой, там красота. Сейчас пока не будем комариков запускать, закрывай. Так, вот так вот, ребята. Передаем всем привет с ночного Кургальжинского рая.
настройки. Дмитрий Иванович у нас занят костром. Снимаем мы на Galaxy S9, как видно, как слышно, прием. Кирасик у нас. Что такое, Юр? Комарики какие-то. А зачем? Я тут сужок, они все умерли. Смотри, чтобы они в суп не падали. Где они? Предупредили, что не будут. Привал. Первый вечер. На воду еще не выходили, приехали. Уже, скажем так, смеркалось. Запалили костерок, да? Приготовили перекусить по-быстрому, тушенка, макароны. Макароны сейчас, по-рыбацки. Сейчас перекусим, да будем спать. А утром на рассвете будем выпрыгивать на водичку. Давай. Нападаем что? Тут завтра до обеда хватит. Я люблю свою жену. Мы любим своих жен, детей. И всем того же желаем. Так, ну что, 8 часов, мы как истинные рыбаки встали в 8 часов утра. И? Не говори 8, скажи начало 6. Короче, мы выспались. Зато Ланчик красавчик. Предстоит накачать лодочку. И не одну причем. То есть заплывем мы, наверное, часов 10 только. Ну и хрен с ним, зато не жара. И сегодня весь день будет клевать щука. Ну что, вот такие вот помятые у нас мордочки с утречка. Встали мы в 8, да, утро проспали. Извините, но выспались зато. Ну, у нас еще вся суббота впереди. Сейчас надуваем лодки, наверное, что-нибудь перекусим. И вперед искать шортанчика. Ну-ка, Дмитрий. Снимает? Ну вот тут экранчик что-нибудь показывает? Да. Показывает? 17 что-то. Ну, все, выключаю. Да. Взял, гад. Давай на уху есть? Показывай, показывай. Ты мою щучку вытащил, снимает, пацаны? Опа, ебля, прикинь. Да нормально я тяну. Было, 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 но прошло. Пацаны, у меня топливо кончилось. А? Топливо кончилось.
Как происходит у нас дозаправка в воде? На воде. На воде, если правильно, да, говорить. Во-первых, мы дозаправляемся. Топливо, пожалуйста. Вот оно. Так, одного галлона мало, поэтому надо два. Плавание-то не близкое тоже. Да, пользуясь случаем, короче. Оп, оп. Еще надо иметь реакцию. Так, второе. Мы меняем батарейку на камере. Почему здесь все вместе? Потому что надо, чтобы отрегулировали потом пацаны. Топливо у нас. Потому что топливо у них. С ними надо быть вежливыми и обходительным. Да, да. О, не... Это что это было? Блесну верни. Опустил просто. Вот неплохой щур взял на очень хорошую рабочую блесенку. Оп, это что это? Есть. Что-то. Шуртанчик. Руками беру. Иди сюда, смотри как надо. Погладить надо и под пузиком ее брать. Хороший шуртан. Едовой. Хороший, килограмма два. Поболее. И опять на эту Blue Fox. Блин, у нее дури, она прям активная, прям чувствуется. И отцепилась, прикинь. Хороший. Юрка, у нас супер-пупер уха будет. Тройная. Чтоб как холодец. А это, ребята, Homo gregoricus. Он ведет паразитический образ жизни и даже не берет весла в руки.
Вторая. Вторая красавица моя. Тихо, 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 тихо. Есть. Так, короче, клев, как вы видите, идет. Блин. Так, ребята уехали сейчас. Я пока здесь один остался. Сейчас ловим дальше. Я не знаю, ребята, видно, не видно там меня. Я протираю как могу, но проверить качество съемки не могу. Все, короче, батарейку заменил. Еще одна целая батарейка. Наверное, на час хватит точно. А вы, пацаны, говорите, ясь на сеть. Вот он, блядь. Вот он. Не, ну это понятно, вы на микроджик, это понятно. В мой садок загляните. Да вот же пацак, что тебе, не пацак? 4 килограмма. Я верю, верю. 4 килограмма. Сейчас, сыночек, посмотрю, что там у папы. Это, походу, папа все вернулся задачи. Конечно, не, ну щучка это разве отвлечение? Ой, ну что. Ясь, ясь. Взял? Ясь. Ну-ка, надо на подъязок. Что-то мне кажется, немножко обман идет. Да? Где рыба? Вон, ясь. Один. Хоть одного поймал. Ты это видел, да? Ровно. В рот ей загляни. Охереть, вот это поводок. Паримся. Вот какие поводки, экономия с проволоки навязал дома. А ты чё? Как ты оторвал её? Не дождался. Кувшинку? Не дождался, потянул. А чё, лески не будешь? Вазил, пойду. Видел что-то исторического? Карась. Знаешь, где мы взяли? Где? Пошли на вторую заброшенную сеть. Гнилую. Посмотри, у него даже отгнил уже хвост, реально. Он уже сидел там год. И питался там же. Да, и питался там. Вот это карась. Пацаны, вы говорите, на Нуре у вас карась большой? Вот большой карась. Реально. Да, так, ну что, надо сказать, что мы приплыли с рыбалки. С утренней приплыли. Вот. Гриша. Сегодня у нас на утро рыбу. Раз, два, три. Ну вот так вот. Я думаю, нам этого хватит. Это да, самый навар. Да. Вот так. Подготовка у нас тут идет. Ухе, короче говоря. Сейчас вода закипит, будем закидывать все необходимые, а главное рыбу. Спасибо.
сезоне, мы здесь уже четвертый раз. Ну, кто-то четвертый. И все никак мы не... Кто-то в третий. И все никак мы не соблазнимся, чтобы съездить на Ишим или еще куда-то. Вот манит, ништяк. Манит, манит, манит. Карусель! Карусель любви по замкнутому кругу. Да, манит кулан. Это вам не Ишим, это кулан. Но Ишим тоже силен. Поэтому до него еще дойдет черед. Наливай, Юрка. Че молчали? Давай по 5 капель серьезного. Давай. По пиву? Давай дальше говорим. Погода ништяк, щучья. Ветер прохладненько такой, с холодцой ветер. Правда, сейчас солнышко выскочило, а вот с утра были вот тучи, вот как на горизонте, сплошняком было затянуто, было пасмурно, прохладно, прям кайфово. Шортан был доволен с утра. Да, и он вечером сказал, будет довольный. Вечернюю рыбалку собираемся, да, сейчас покушаем, будем готовиться. Так, получается двойная уха. Вот первая порция. Вторая. Подарочная. Чувствую, в душной воде. Классика жанра. Да, да. В кастрюле тоже речная вода. А где ножи? На. Ну вот, не прошло и 2 часов. Юра, все уже готово. Только показывает. Полчасика, пацаны. Ну, двойная, да, получилась? Тройная. Четверная уха. 2 на 2. 3 часа дня уже, ё-моё. Юра еще ничего не поймал. Ты завязываешь уже с дровами? Ох ты, ё, какая ушица наваристая. Одно мясо. Мне кажется, если она остынет, все тут все за... Холодец. Ты можешь что, по миске? Типа, давай полку? По миске. Или чем? Ложкой или... Выплыли на вечерку. Пацаны уплыли туда. Я здесь пытаюсь. Вот одного взял. Подвеска. Сейчас попробую дальше. Thank you.
красоточка. Первую взял вечерочку. Пару подъязочков, щучка. Рыбачим дальше. Сумасшедший окунь. Варится. Ночь вторая. Томится плов. Что, посмотрим? Аж шкварчит. Чесночком. Чуть-чуть. Может быть, торопится плов, но на костре тяжело регулировать. Ночью прошел дождяра, конкретный. Вот Юрка, Юрий Храпунов. Пришла и много-много радостей детишкам принесла. О, хорошая. Ты что ты? Леха-муха, цокотуха. И много-много радостей детишкам принесла. Селеночки кончаются у щучечки сейчас. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Ой-ой. Кельманда. Сука! Ладно, бывает. Сейчас мы спине бэй там здесь попробуем. Yeah.
дури в ней, конечно. Я вам скажу, блядь. Да. А крючочек один. Сука. Собрались уже. Покажи, что там у тебя, Дима. А, ну мусор, да. Вот. Местный житель под контролем все держит. Все, весь мусор мы с собой забрали. Да, Серегпай? Да, конечно, с собой надо забрать. А то, бля, как приедет, все бросает. Все бросают и хоть бы сжигали. Да. Так, вот деревяшки оставим. Ну ничего, есть несколько живых. А. Живые есть, хорошо. Ну караси у вас тут, блин. Это маленький еще. Это маленький? Да, большие есть. Не кисло, да? Получилось. Да, конечно, такой же, что-то точно. Свое время, зима и весна, каждая звезде вскоре.
Что, классно мы съездили, короче, на рыбалочку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на наш инстаграм, все ссылочки в описании. Всем удачи!